Заменить дорогостоящий поход в салон помогут новые приспособления для ухода за лицом. Модель Kate Moss приобрела мезороллер. Суть его действия проста. Тончайшие иголочки создают микроотверстия. Это стимулирует функцию обновления клеток кожи, вызывает активный рост коллагена и эластина. После процедуры следует нанести крем или сыворотку. Мезороллер рекомендует использовать начиная с 25 лет и не чаще, чем раз в неделю. Легенда 90-х, модель Синди Кроуфорд использует паровые приспособления, начиная от обычного увлажнителя воздуха, заканчивая паровым тренажером для лица. Получается эффектная бьюти-процедура, либо для открытия и очищения пор, либо для глубокого увлажнения и разглаживания кожи. Использовать паровые гаджеты можно с подросткового возраста. Первая супермодель Дженнис Диксон отдает предпочтение массажерам. Все они предназначены для поддержания тонуса кожи и мышц лица. Новинка – пульсирующий массажер для кожи вокруг глаз. Массажеры можно использовать начиная с 20 лет.